за то, что нет холода в месяц, $50, $40, $60, такие расходы. А если летом и зима, то тогда уже $90, $80. Я среднюю вам говорю. А если имею, у кого-то $150, у кого-то $30, средняя $80-$90. То есть летом, зимой больше оплачиваем, а да, осенью, весной тоже меньше расходы получается. Так, меньше расходы получается. Тоже задали вопрос, начал ответить на их вопрос. На крышах стоят бочки, это система горячей воды. Народ сами покупают, стоимость зависит от качества материала, от $300 до $1000, так и меняется. Один раз купили, поставили туда. Эта система 25 лет, 30 лет, хватает. Затем маленький ремонт и дальше используют. Связан с краном система, вода как поднимается на 7 этаж, 10 этаж, также и туда поднимается, где бочка простая пресная вода, вода из крана, а где панели стеклянные, там уже оттуда вода течет и заодно нагревается от солнца. Да, получается оплачиваем только за воду, горячая пресная, это ров, здесь у нас не играет, сказать вам. А зима? 2-3 часа солнце посветит, будет достаточно, у вас дома будет горячая вода. Это и есть здесь у нас в Турции. Обычная простая система, можно говорить, сказать вам. Здесь у нас в Турции есть госслужба. Самая минимальная зарплата 6, около 6 тысяч лир. Но это есть и того сумма. Что это значит? От этого суммы государство срезает 38%. Почему? Медицина, пенсия, налог. Вот такие расходы сам государство сразу срезает. Остается где-то 62% от итоговой суммы, я вам говорю. А в лирах это сколько получается? Приблизительно 4000 лир. Уже, которые налички берут, а 4000 лир в долларах, почти $800, почти $770-$780. Самая минимальная сумма, если госслужба, еще раз вам говорит, а средние доходы здесь у нас в Турции, $900, $1800, чистую сумму, я вам говорю, которую уже сразу получают. Например, учителя получают $1100-$1150. Полицейские на эту сумму добавить еще $250-$300. Простой врач закончил факультет, устроился на работу. Зарплата у них $1500-$1600. А кроме зарплат у них есть официальные другие доходы. Официальные другие доходы. Что это значит? Не дай бог заболел, лег в больнице на все расходы, моя страховая компания платили больницу $500 примерно, так скажем, этот доход считается для больницы, и наши врачи от этого суммы тоже берут деньги, по закону берут, официально берут. Поэтому зарплата плюс официальные доходы у врачей в месяц получается, самую минимальную сумму я вам говорю, если простой врач, 13 тысяч лир, 14 тысяч лир. А столько лир в долларах, где-то около 2,5 тысячи долларов, начинаются зарплата врачей, сказать вам. А если профессор, доцент, а такие врачи здесь у нас, могут зарабатывать в месяц $15,000, $20,000, $25,000. Есть профессоры, доценты, которые очень хорошие деньги тоже могут зарабатывать. А кроме них, у кого хорошие доходы, у кого профессия связана с технологией, с вооружением, строительством,
лекарством, с космосом, хорошие деньги могут зарабатывать. Это что значит? Инженеры, мастера, адвокаты, у них вот такие хорошие доходы. Кроме Ахмета, конечно. То есть, кроме Ахмета, у них тоже хорошие доходы, я тебе имею в виду. Да, у Ахмета это хобби. Точно, я. И то, что получается так, как и везде, примерно, можно так сказать вам, конечно, смотря, как они работают, где они работают, кем они работают, как и везде, профессия прям очень важный роль играет. А если частная компания, например, у меня какая работа? Работаю в частной компании, правильно? Если частная компания, меньше 2200 лир принимать на работу и устроиться на работу запрещено, запрещается. Это доллар где-то около $400, $450 получается, начинаются здешние зарплаты. Начинаются, я вам говорю, стажеры, те, которые только-только устроились на работу, обычно простая работа, такая зарплата. И, конечно, профессия, как вам говорил, роль играет. И по-разному, естественно, все получают. Кто-то получает $800, кто-то $8000, кто-то и больше, и меньше. Это уже, сами знаете, как и везде. Да. Вот наши дети, видите, микроавтобус, они ездят, детей домой, в школу. На такие расходы тоже оплачивают наше государство. Вот тоже еще один микроавтобус, смотрите. Вот еще впереди, вот третий еще слева. Видно вам? С 6 лет здесь у нас в Турции начинается занятие и должны учиться всем 12 год. Про это буду вам сейчас рассказывать, но заканчивают про зарплату. Работали очень много лет, лет 20-25, пора выходить на пенсию. Последние 17 лет за молодежь приняли такие решения. Женщинам поработать 5500 дней, не меньше. Мужчинам 7200 дней, тоже не меньше. И еще женщинам, чтобы исполнялось 58 лет, а мужчинам 60 лет. Для тех людей, которые последние 17 лет устроились на работу. Для молодежи получается. А которые до этого устроились на работу, значит, женщинам, мужчинам, почти одно и то же, 52 года, 55 лет, если исполняется, то выходят на пенсию. А последнее время в парламенте начали обсуждать, хотят добавить, как хотят сделать, наши соседи виноваты. Кто виноват? Понятно. Ясненько. Значит, слушаем, да, Ахмету? Да, женщинам хотят сделать 60 лет, мужчинам 65 лет. Да, хотят, в парламенте начали обсуждать, и сейчас молчат. Почему? Как вам говорил, демократия есть, название только есть, да, выборы скоро. Мэр города, в каждом городе, парламент города. Поэтому сейчас молчат. Но в конце концов, так и будут принимать. Это есть. А какая пенсия будет? За то, что разные категории зарплат и разные пенсии. Самая минимальная пенсия. Есть две категории. Частная компания была у вас или госслужба. Это роль играет. Если госслужба, самая минимальная зарплата, значит 4000 лир. Пенсия будет 2600 лир. Примерно такая сумма. А сколько лир в долларах? Почти $500. А если частная компания, минимальная зарплата, если 2200 лир, пенсия где-то около 1500 лир будет. А в долларах $280-290 получается. Начинаются здешние пенсии. И пенсия зависит от зарплаты, от сколько дней они работали, от компании, от региона, от профессии и очень важная, скажем, причина, количество детей в семье тоже роль играет. Много детей, больше пенсию будете получать. Такая политика, чтобы рожали детей. Да. А всем детям
Нет, 18 лет, лечение лекарств, вся медицина здесь у нас в Турции бесплатная. Родители богатые, бедные, без разницы, если государственная больница, конечно, а если частная больница, это уже, если обычные простые болезни, тоже будет бесплатно, но в основном будет платно, говорит, сказал там. А есть семьи, которым меньше доходы, написали туда, где губернатор города, у нас меньше доходы, помогите нам, проверки идет на них, приняли решение, что да, надо им помогать, то значит медицина, лечение, лекарства для них тоже будет бесплатно, не меньше 20 лет, что здесь у нас в Турции так есть. И каждый год на них идет проверка, почему возникли вдруг какие-то доходы, значит это правило уже отменяется. Вот около Таши это написано микроавтобус, детей на таких микроавтобус, автобус в школу и домой. Как вам говорил, с 6 лет здесь у нас начинается занятие, вы же знаете, 12 лет всем обязательно учиться. И сентябрь месяц, третий понедельник, начинается здесь у нас занятие. Чисто это здесь у нас ролл не играет. Еще раз, третий понедельник, сентябрь месяц, занятие здесь у нас начинается. Неважно, какое число. Первые 4 года первая школа, средняя 4 года средняя школа, последние 4 года здесь у нас лицей называется. Должны учиться всем 12 год, 12 лет. Первый день наши ученики приехали на занятия, у них на парте на столе лежит, что ученикам нужен. Учебники раздают всем, частные школы, государственные, без разницы. Государство бесплатно. За остальных материал, если бедные родители, деньгах помогают родителям. И если бедные родители за каждого ребенка, каждые 2 месяца оплачивают, за каждого ребенка, конечно, около 220 лир. Если в семье учится 3 детей, на примере вам говорю, значит, эту сумму умножать на 3. Вот такие поддержки тоже здесь у нас есть. В поселках, если маленькие поселки, закрыли школу, детей на микроавтобусах привозят в школу, довозят домой и тоже на все расходы оплачивает наше государство, насчет нефти, микроавтобуса, водителям, на обед детей кормят, тоже на все такие расходы оплачивает наше государство. А через госэкзамен дальше учиться в университете, есть и платные университеты, есть и государственные, бесплатные тоже, как и везде. Но хоть где нам учиться, уехать за границу здесь, через экзамен надо получать не меньше столько баллов, которые государство означает со 175 баллов, чтобы диплом было принято. Не смогли получать столько баллов, платили деньги, начали учиться, но диплом будет не принято, не принимается. Вот такая система здесь у нас в Турции, говорит вам. Теперь нам сейчас сойти за автобусом.